Сегодня состоится церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Он скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Церемония, которая призвана подчеркнуть не только национальный, но и общеевропейский масштаб политики, пройдет во французском Страсбурге, где расположен Европарламент. До сих пор Евросоюз ни разу в своей истории не организовывал подобные церемонии. Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ рекордные 16 лет и сыграл одну из ключевых ролей в процессе объединения Германии. В последние годы Гельмут Коль крайне редко появлялся на публике. С 2008 года он был прикован к инвалидной коляске. Телеканал Евроньюс будет вести прямую трансляцию из Страсбурга.